Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о дикции. А что такое дикция? Привет, Сири, что такое дикция? Вот что мне удалось найти. Дикция – четкое воспроизведение звуков в соответствии с фонетическими нормами языка. Выразительность дикции – важная сторона мастерства актера, певца, выступающего. Все понятно. Первое, что мы с вами сделаем, это разомнем наш артикуляционный аппарат. Разминаем мышцы лица. Упражнение «Чистим зубки», прочищаем все места, докуда можем достать языком. На самом деле таких упражнений очень много. На просторе интернета их просто миллионы. Вы можете разнообразить свою тренировку речевого аппарата любыми другими упражнениями. Вторая часть наших тренировок – это скороговорки. Именно они помогают вам четко и быстро проговаривать текст. Если вы просто бездумно будете проговаривать скороговорки, это не принесет своих плодов. Нужно обязательно разбирать скороговорки на их составляющие. Например, я беру скороговорку «Корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали». Как это обычно происходит? Корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. Корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. Корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. Поэтому нам нужно разобрать эту скороговорку на несколько составляющих. Первую составляющую «корабли лавировали-лавировали» произнести достаточно просто. Но со второй составляющей «да не вылавировали» разобраться будет достаточно трудно. Поэтому для упрощения мы разделяем последнее слово «да не вы лавировали». Эта пауза должна постепенно уменьшаться и потом исчезнуть совсем. «Да не вы лавировали», «да не вы лавировали», «да не вы лавировали», «да не вы лавировали». И все. Чем больше вы будете произносить скороговорок, тем лучше будет становиться ваша дикция. Желаю вам успехов!